висят шильдик, на нем буквы, написано, что это за прибор был. Ржавчина. Сейчас мы будем очищать ржавчину с помощью электролиза. Кладем в банку с соленой водой. Здесь у нас болтик, второй конец. Теперь включаем электричество, 12 вольт. Вон, видишь, пузырики пошли. Поближе нужно сверху подойти и посмотреть. Пузырики идут. Через 15 минут должно все очиститься. Вот. Деталь, которую очищаем, вешаем на минус.